У нас сегодня иней. Смотрите, какой. Через окно не так видно. Видно иней. Всем привет, с вами канал Артмания. Сегодня я прям поспала-то хорошо. Аж до 11 мне сын дал поспать. Ночью я приходила, памперс ему поменяла. Он покакал. Вот. И вот встали, наконец-то я выспалась более-менее. У нас тут, кстати, бутылка торчит в дереве. Уж как можно было так умудриться бросить, что она там застряла. Тут вот, а вот пониже, наушники висят. Висят наушники на дереве. Видать, может быть, муж с женой ссорились и выкинули, что ли. Хотя там, по-моему, даже два наушника, видать. Белый, вот этот и черный. Не знаю, что уж они там делали. Но наушники, мне кажется, они не вылезут. А бутылка вполне могла бы. Не знаю, почему с деревьев ничего не снимают. Нет такой организации. Тут что только не увидишь на деревьях. Димочка кушает, да. Димочка свой суп доедает. Даю ему суп с утра, потому что его что-то очень плохо ест. Ужасно плохо. Уж все там почти маленькое и самое мягкое все. Уже и морковку натерла ему, думала, может, из-за нее. Картошечка-то она мягенькая. Мягенькая. Да. И все равно, вот, видимо, он не любит суп, что ли, не знаю. Не будет любить. Суп. Хотя нас все любят суп. Странно. Чем? Суп. Да. Ешь давай. Голодный ребенок. Никто не знал, а у нас есть тостер. Тостер есть. Да? И Дима сейчас с ним познакомится. Мы сейчас возьмем хлебушек. Тоненько его нарежем. Тоненько. Да. У нас, как всегда, свой домашний хлебушек вот такой вот получается. Тыкаем один. И другой. Что же будет? Все? Слышу, работает. Я помню, как мы отдыхали в Сочи, в гостинице «Жемчужина». И там вот был как раз тостер. Правда, они вот так вот туда заезжали, и с той стороны выезжали, и снизу мы их хватали. Была огромная очередь, я помню, эти хлебушек так делали. Брали с собой, в баночках были. Что-то больно не выпрыгнули они, да? А, эта штучка, она их попридержала. А, она, видимо, вот она. А я хотела, чтобы они выпрыгнули. Вот. И мы собирали, там были такие коробочки с маслицем в тарелочке лежали. Вот я помню, эти масла брали. Хлеб делали вот так, вот друг на дружку их вот так складывали. А, нет, мы даже за столом там сразу намазывали, да, клали этот хлеб. Вот, то есть тостер, сверху маслица, и там была красная рыбка. Приносили красную рыбку уже такими тоненькими прям кусочками нарезанная. И мы сразу вот так вот друг на дружку, то есть хлеб... Масло, вот это вот рыбка сверху, следующий, вот так, тун-тун-тун-тун-тун, штук там 4, 5, 6, наверное. Все это в мешочек, с собой домой забирали. Сиди, сейчас оно сделается. Вот, забирали с собой домой и в обед дома кушали. Я помню, так было вкусно, именно вот тостер, из тостера. А когда вот просто хлеб вот с маслом, это уже не то. А вот из тостера, вот оттуда мы приехали,
И я поняла, что я хочу тостер. Что мне срочно нужен тостер, чтобы вот... Ну, дома он, конечно, не такой прям был. Какой? Да. Ну, дома не делали особо, по-моему. Так не попробовали с красной рыбкой, да? Дома ты рыбку красную редко покупаешь. А там прям приносили, она быстро так расхватывалась, все сразу ее забирали. Там шведский стол был. Да, тёпа-тёпа. Сейчас она у нас прогорит, мне кажется. Прыгнет. Угу. Прыг-скок. Она прыг-скок. Хлеб сейчас выскочит. Шик. Да. У нас был так выскакивал хлеб. Бывало, на пол улетал, бывало, за шкаф улетал. Бывало, она стояла и снизу... Не выпрыгнул что-то. О, вот они какие уже получаются. Поджаристые. О, какой хорошенький. Это мой, наверное, будет. Не выпрыгнули. Бывало, один раз был выдвинут шкаф, стоял, был выдвинутый шкаф с этими, не трогай, вилки-ложки, он остался выдвинутый, она выпрыгнула, и прямо эти вилки-ложки свалились. Чё ты? Чё ты хочешь? Расскажи, что ты видел, расскажи. Давай, рассказывай. Это тостер. Чё тостер сделал? Поджарил хлебушек, да? Тостер поджарил хлебушек. Да, там туда мама хлеб положила, и он его поджарил, да, вот так вот сделал. Вот такой хлебушек сделал. Ой, сейчас шлепнется. Тостер. Он горячий, у него прям парит. Парит? Парит, он прям горячий. Горячий. Да, ставим его остывать. Дождемся сейчас, пока у нас с тобой хлебушек остынет. И будем его кушать. Да? Да. Скажи. Это вот как раз до Диминого рождения. Мы так хорошо проводили время с Женей. Ездили в Сочи. Мы ездили каждый год в Сочи. Тебя не было, мама. С папой отдыхали, путешествовали по разным городам. Да, вот когда надо было канал создавать. Да, я. Да. Да, когда много путешествовали. А не когда малыш появляется, да? Ну, тогда и камер не было таких. Камер. Да, только недавно, мне кажется, появились они. Появились. Да. Она еще горячая, малыш. Горячая. Чувствуешь, что она горячая? Горячая. Да что ж, эти ноги-то стоят прям. Горячая. Горячая. Вот. Горячая. Горячая? Горячая. Горячая. На камеру смотри и ешь. А здесь мамин кусочек. У меня потоньше немножко получилось. Ну что, понравится? Папа, лампа. Лампа там, да. Вот такое, скажи, у нас было знакомство с тостером. Тостер у нас Bosch. Самый обыкновенный, самый дешевый. По-моему, я еще давно покупала за 1500. Это было очень давно.
Наверное, уже лет 5 назад было. Вот так вот. Ну, сколько у нас осталось? Остался он толстенький. Мы его напополам и съедим. Там у нас иней. Все в инии. Все красиво там.